ろんな危険な目をしてる人じゃリラックスできません。一緒じゃなきゃやだ。ありがとう、優しいね。エッチなことしようとか考えてる？Эй, приветствую, дорогие друзья, с вами Энгрей, и надеюсь, что сегодня ваша душа станет чуточку теплее с игрой от именитой компании Capcom Pander Love Харуна Фумина Футари, но Футари де. Да, это игра от Capcom, любите Resident Evil? Любите и Pander Love. В рамках рубрики «Первый другой, в смысле взгляд» мы знакомимся с этой игрой. Да. На им очень важная тема. Тут мы не должны ни разу не сплоховать. Да. Так понимаю, это игра, где мы просто должны следить за девушкой, иногда что-то там нажимать условно. Супер условно. Заметьте, ведь кому-то она дико нравилась, раз сама Capcom решила, то бишь, ну это как бы не самая последняя компания, которая серьезными играми занималась. Причем суровыми, у них хорроры всякие и так далее. А тут как бы они вот это вот выпустили, на PSP причем. На PS2, думаю, тоже, скорее всего, эта игра выходила. Я такие игры просто помню. Да, это что-то наподобие визуальной новеллы. Как бы с реальной, скажем так, актрисой. Если не ошибаюсь, их называли айдолами. И это было, видимо, так... Ну, судя по ее внешности, она... Ну, не кажется, она должна была быть популярной. У нее просто нормальная внешность. Но это, знаете, были айдолы, которые сами себя всячески пиарили и так далее. И вот с помощью самопиара она все-таки вышла на кого-то из Капкома. И таким образом как-то смогла все-таки проникнуть в создание вот этой вот... Не забывайте, что это за игра сделала Capcom. Я думаю, сейчас будет еще какой-то ролик. Да, почему бы и нет. Новая заставочка. Это просто девушка, которая в купальнике гуляет по пляжу. То есть, если вы думаете, что тут будет какой-то, ну, прям дикий разврат... Ну, даже в этом разврата прям суперского я не вижу. Видите, она в гольф будет играть в этой игре. То есть, здесь она даже не, ну, не в купальнике будет ходить. А просто будет чем-то заниматься. Потому что, знаете, такая игра, где просто парень может проводить якобы время... с девушкой и считать ее своей девушкой, что, в общем-то, сейчас дико популярно на Твиче, когда много дрочеров сидит на этом самом Твиче, смотрит на девушек, иногда им пишет, какая она там красивая, и думает, что если она хоть как-то реагирует на их сообщения, она после этого становится их девушкой. И, собственно, они могут передернуть. Но, увы, разумеется, это не так. Не более чем лохами для этих девушек они не являются. Но... самообман для этих ребят максимально лучшее, что может быть только в жизни. В плане девушки. У всех свой самообман. Кто там самообманывается, что он самый сексуальный, так сказать, человек на земле. Разумеется, это я.
Игра, разумеется, не выходила за пределы Японии, потому что, ну, как бы... Представляете, это игры тогда на дисках. То бишь, это реально печатали болванки, печатали... Ну, вообще, печатали все это. Коробки закупали для этого. То бишь, это приличный бюджет. То, что это окупилось, я очень сильно сомневаюсь. Так понимаю, сейчас будет некая мини-игра. РЛ надо будет нажимать, какие-то сердечки. То есть мы обостремся, потому что, ну, я не сильно понимаю. А, вот. Тут. Не успел. Вроде же успел. Или здесь нужно нажимать, не там нужно нажимать что-то другое. Fail it. Да, ну я просто без вазелина пришел играть в эту игру, прости меня, женщина. Повторка сейчас будет, да? Я не знаю, что... Или нет, не будет. Мы просрали, но игра дальше продолжается. Мы просто каких-то бонусов не получили. Или по новой начнется, минуточку. Додич-то, да. Какой додич-то? Ты что, охренела, женщина? Я, по-моему, один глаз больше второго. Периодически. Это реально это так? Ох, друзья, да. Мир — великое место, что можно зарабатывать было на вот этом, вот на самом деле, то если подумать. Сейчас-то подобного контента просто пруд-пруди. Представляете, когда-то кто-то на этом зарабатывал деньги. Причем я уверен, что это, ну, какой-то окупаемость была все равно у этой игры. Это ж Capcom! Представляете, она выбила у Capcom, блин! Да после этого любое, не знаю... Любая хрень может в жизни добиться успеха, если она была на вот эту вот залупу выбить деньги у Capcom. Я не понимаю, что значит другие значки. Я понимаю R1, а что вот эти вот значит? Что нужно на них нажимать? Ёб вашу мать, а почему так? Ну да, это... Да что вы такое? Да вы что, охренели там? Да вот тебе на дополнительные фотографии, если тебе мало. Тайм-ап. Поражение, нет? Опять поражение. Чоппири цкаречатта. Засунь бы тебе твою титички репсипзда. Бзбзду. Мы можем что-то выбирать. Отлично. Игра, друзья. Вы думали, что это не игра? А пососи пляжную воду. Это игра. Мы что-то выбрали даже. Это кровать, где спит наша богиня. Причем она не до конца заслана, если что. Она вошла в комнату. О боже мой! А нет, это мы вышли из комнаты и побежали. Нихрена себе, реально мы бежим, друзья. Побежим. Она везде в купальнике? Ну, в принципе, здесь некие... Чё за херня? А, мы типа с ней столкнулись. Как же все это стрёмно и странно выглядит. Ладно, друзья. Какая-то в целом херня. Ну, блин, женщина на обложке, может быть, привлекет к этому видео внимание. А это что такое? О!
смотри, в курицу не превратись. Что ж, друзья. Спасибо за просмотр. Можете поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Сколько салфеток использовали во время просмотра этого видео. Также желаю вам, друзья, здоровья, счастья, любить себя, любить своих близких. Постарайтесь полюбить людей вокруг. Давайте чуть-чуть, хоть по чуть-чуть делать этот мир лучше и запускать в него любовь, а не агрессию, ненависть, злобу друг к другу. Зачем это надо? Мне на самом деле сильно непонятно. Вот так много людей считают, что как можно больше дерьма. А, кстати, другая мини-игра будет. Как можно, если больше дерьма запускать в мир, это наоборот только лучше. Что в этом хорошего? Даже эти люди наверняка хотят что-то хотя бы хоть что-то. Да господи, это ж лицемерие, самостоятельно. Даже эти дебилы что-то хотят, которые стараются по максималу говно распространять, даже они 100% хотят что-то хорошее, чтобы в их сторону хоть что-то было, чтобы кто-то похвалил за то, что вот они такие там, ну, условно, дурачки, которые считают, что тем больше херни они в мир запустят, тем будет лучше. Let's go! Какая классная игла. А я должен был типа запомнить, да? Что ж, всем пока. Увидимся в следующих, надеюсь, хороших играх.